Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами. И у нас вот такой вот маленький чилдобрек. Кстати, нам нужно светофоры включать, видишь? Давайте включать вам светофорчики. Так, и нам нужно еще... Там задание было включить светофоры и скушать 8 человек. Ну ладно. Я думаю, у нас все это получится. Так, пока что у нас 4, да, 4 зомбика. Так, ну-ка, аккуратненько. Не забываем их кушать, надо их, нам нужно 8 зомбарей собрать. И не забываем включать светофоры. Так, тут у нас не хватает. О, коробочка. Балун. О, шарики, воздушные шарики. Ой-ой-ой, пропустил нечаянно. Да. О, взорвали. Да, ничего. О, сколько много чилдобрека. Все, мы собрали толпу из 8 зомби. И таким способом, ребята, мы открыли одно задание мы выполнили. Так, осталось просто светофорчики. Ух ты, ух ты, ух ты, тихо, тихо, тихо. Ах, надо было нам машинку все-таки скушать. Но ничего страшного. Так, светофоры включаем. Попробуем, постараемся за игру все светофоры включить. Не знаю, получится это или нет. Будем стараться. О, да, все, мы все включили светофоры. 10 светофоров. Теперь просто можно играть, бегать и просто зарабатывать деньги. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, монетки все собираем. Ребята, кстати, я хотел бы передать привет Елизавете, Андрею, Эльзе, Максиму и Сергею. Ребята, вам передаю привет. Желаю хорошего настроения. Хорошо провести каникулы. Так, ребята, я вам передал привет, как вы и просили. А если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет, просто напиши в комментарии привет. И в следующий раз я передам привет именно тебе. Так, нечаянно пропустили мы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько? 7 зомбачков. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем. О, монетки, монетки собираем. Так, 186 монет мы собрали. Ой, как мы так упали. Нечаянно. Я не хотел, конечно, падать, но получилось так. Давайте заберем токсичную воду. Так, что нам дадут? Деньги или... А, да, нам просто дали деньги. И мы разблокировали еще и шляпу. Так, берем. Так, соберите 200 монет. Купите что-нибудь в магазине, выиграйте один лотерейный билет. Выиграйте. Так, нужно купить в магазине что-нибудь. Сейчас, ладно. Идем в магазин. Давайте что-нибудь купим. У нас 1000 монет. О! Ну давай возьмем хвостики купим. Давай купим хвостики. Так, есть, купили. Теперь нам нужно лотерейный билетик открыть. А, лотерейный билет у нас, получается, не хватает несколько мозгов. Ладно, играем дальше. Соберем побольше мозгов. Нифига себе. Смотри, какой зомбачок интересный, да, с хвостиками. Ладненько, сейчас мы будем кушать. Так, нам нужно мозги собирать. Собирать мозги. Чтобы нам дали, ребята, лотерейный билетик. Лотерейный билетик нам нужен. Так, 4 зомбака. О, вот еще будет сейчас 5-й зомбак. Отлично. Так, еще какие-то красные монетки, я не знаю. Я их тоже собираю, кстати. Толком я не знаю, что от них будет. Но сейчас посмотрим. Осталось немножко собрать. О, тайфун. О, я люблю тайфун, ребята. Он все разрушает. У него очень большая мощь, большая сила. Реально, смотри. Все разрушает. Офигеть. Так, 24 зомбаря, представляешь? Это очень много.
Прям толпа, толпа такая на боку. Мы тут все можем разрушать. Но это ненадолго, потому что сейчас, мне кажется, нас будет меньше. Так, танк возьмем, давайте танк, хорошо. Военный. Автобус. О, сколько машин-то едет, а? Сейчас они нас позбивают. Ой, половина зомбаков, как всегда, обычно падает в пропасть. Опа. Так, ух ты. НЛО. Так, 22 пока челдобрека у нас. Так, одного мы съели. А-а-а. Получается, нам НЛО увеличивает на одного зомбаря. Типа, если мы одного чувака сейчас съедим... А, нифига, сейчас много нам дадут. Пойди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все упали. О, и последняя атака на девчулька, она упала просто-напросто на бомбу. И взорвалась. Ладно. А, нам нужно лотерейный билетик купить. Угу. Так, давайте. Вот, лотерейный билет. Есть. Так, смотри, два зомби, а здесь соточка. Два зомби и 100 монет. Окей, спасибо. Играем дальше. А ну, озадачено. Так, все. А почему? Ну давайте, мы же выиграть. Ага, нам нужно выиграть. А как нам выиграть лотерейный билет? Я уже забыл. Как-то его нужно получить, а не просто. Ага. А, выиграть сам лотерейный билет, типа, ё-моё. Ладненько, попробуем, посмотрим. Угу. Надо красные монетки собрать уже, я хочу узнать, что нам дают эти красные монеты. Толком я не могу, сейчас не знаю. Так, все, давайте сидим в машинку. Мусорный бак. Так, вот этих чуваков. Вот, красненьких тут много, смотри. Так, 15 красных монет еще не хватает. Я надеюсь, сегодня за игру я их накоплю. Есть, взяли мы автобус. Так, ниндзя. Так, а у нас еще ниндзя, по идее, стрелять должны. Вот, а мы их еще, видимо, не прокачали. Так, 200 монет мы собрали. Мне нравится, ниндзя вот так прыгает. Двойной у них есть прыжок. О, заканчивается, видишь. Птичка начинает прыгать. Дает у нас всего лишь там 4 секунды, кажется, или 2 секунды. Ну что, очень мало. О, да, мы собрали, ребята, 300 этих красных монет. Я не знаю, что нам за это дадут. Посмотрим сейчас. Так, итого. Ладно, обычные пока собираем монетки. Так, 8 зомбарей. О, ой-ой-ой. Аккуратно, аккуратно, нет, мы сейчас все повзрываемся. Так, что здесь? А, это вот эти вот монстрики. Они ничего не боятся. Можно спокойно бегать. Стукать все подряд. Все уничтожают. О, птичка начинает прыгать, значит, сейчас закончится бонус. Да, бонус, ребята, закончился. Ой-о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 й. Так, зомбарики, вонючки. Нет, тут самое. О, нет, мы не можем танк, к сожалению, разрушить. О, сколько много челдобриков. Спасибо. Опа, все, ускоряться начали. Я прям чувствую это, мы стали ускоряться, реально. Так, монетки соберем. Так, вертолет. Оп-оп-оп, давай. Так, половину потеряли. Так, 5 зомбарей всего лишь у нас бегает. Так, ух ты, что это? НЛО. Ну ладно, тоже пригодится НЛО. Так, бегаем. Монетки.
Так, ну-ка, аккуратно. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. О! Сейчас надо максимально... Ой, мы автобус могли этот самый разрушить, ладно. У меня уже паника. Так, здесь нет, здесь этот автобус не нужен. Так, прыгаем. О, сколько много людей. Надо было этот самый взять, ну ладно. Что-то у меня уже паника, я уже прыгаю. Что могу разрушить, что не могу. Так, все, два зомбаря у нас осталось. Не думаю, что далеко мы сможем пробежать. Так, что это, что это? Ниндзя, ниндзя. Ладно. Кстати, ниндзя надо будет прокачать, чтобы они сюрикенами кидались. Так, монетки нам тоже нужны. 250 монеток. Ой-ой-ой-ой-ой. Один зомбарь. Ой, бедненькие мои ниндзя, они упрыгали в пропасть прям. Как мне жалко. Так, что у нас тут? 200 монет. Лотерейка. Так, сделайте 10 коротких прыжков. Взорвите 5 бомб. С помощью квотербеков. Понятно. Так, ежедневная миссия. Отличная работа. Ты выиграл приз. Ух ты. 15 бриллиантов. Это очень хорошо. В магазине мы можем что-нибудь даже купить. Какую-нибудь. Ковбойскую шляпу можно купить. О, сколько много всего. Смотри, кепочек добавили. Ух ты. Прям игрушка обновлялась, пока я не заходил в нее. Ну что ж, да ладно. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.